Вот здесь, друзья, уже на этой стадии чемпионата, при том, что у нас остался только последний этап, остались последние две гонки. И вот как здесь закончилась гонка для Александра Росси. И для Фабио Леймера, нет, он не финиширует третьим. Вот это поворот! Лидер чемпионата не финишировал третьим, и у него разбита машина. Что же? Конечно, не нужно ни в коем случае радоваться в этой ситуации. Вот как это случилось. Здесь шел Фабио Леймер. Впереди там... Нет, это было после финиша. Это было после финиша, как я понял, друзья. Почему-то здесь стал резко в бок смещаться и поперек трассы ехать Александр Росси. Может быть, у него возникли с машины какие-то... А, нет, это, прошу прощения, они в паддок здесь сворачивали. И поздно стал в паддок сворачивать в этом месте Александр Росси. И в итоге он разбил машину Фабио Леймера.